41-й год потери, страха, заревом кровавым поломил. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Диана Береговская, ученица Новокубышевской военно-спортивной школы «Отчизна», читает балладу о матери. Ее прочтение признано экспертами одним из лучших в областном онлайн-конкурсе «75 стихов о войне». Признается, участвовать в поэтическом состязании для нее дело чести. Поэзию очень любит, в особенности на военную тему. Иногда, когда я репетировала дома, меня саму трясло, иногда даже до слез доводило. Мне очень понравился данный конкурс. Было сложно снимать стихотворения, особенно учить их в очень короткий срок. Но мне это удалось, и я заняла 3-е место. В 2020 году Самарское рекотделение Всероссийского движения «Волонтеры Победы» по поручению губернатора Дмитрия Азарова обрело свой дом в здании окружного дома офицеров. Здесь же теперь базируется военно-патриотический кластер из 5 крупнейших организаций, в том числе «Юнармия», «Поисковое движение России», «Лиза Алерт», «Ветераны морской пехоты». В преддверии юбилейного 10-го парада памяти сегодня подводят итоги патриотических акций, прошедших в этом году. В первую очередь это подведение итогов 13-го ежегодного смотр-конкурса «Отчизны верные сыны», где военно-патриотические клубы со всех уголков нашей губернии показывают свои навыки и в строевой подготовке, и в умении ориентироваться на местности, и в командах стратегических, тактических каких-то приемов. Было сложно, но наша команда справилась, и разлет у нас между 1-м, 2-м и 3-м небольшой. Не хватило немного усилий для первого места, но мы довольны результатом. Я научился, например, военной тактике. При участии в соревнованиях я использую все свои навыки, которые получил в школе при учении. Путем этого мы заняли 3-е место. Из-за сложной эпидобстановки в этом году основная работа военно-патриотических объединений прошла в дистанционном формате. На церемонию награждения приглашены лучшие из лучших. Победителям и призерам вручили памятные призы, грамоты и медали «Отвага, честь, слава» Российской ассоциации героев. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События.